Далее погода. У нас для вас хороший прогноз. Всем привет, особенно норильчанам. В Норильске под ясным небом воздух прогреется примерно до 0 градусов. Прохладно, кстати, и в Сочи. Там до 18-20 со знаком плюс и пасмурно. Где же все тепло? Да в Москве там 19-26 и довольно душно. Ну, а что же у нас в Красноярске? У нас также переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, а днем до 11-13 градусов тепла. Ветер северный, скорость его 3-5 метров в секунду. Ну а чтобы на улице наконец-то стало тепло по-летнему, давайте пить летние напитки. Я, конечно же, про квас. Попробуйте зеленогорский квас традиционный. Зеленогорский завод «Зелен» — это крупнейший производитель безалкогольных напитков в крае. И в этом году они отмечают 45-летие. Спрашивайте вкусные и натуральные напитки «Зелен» в магазинах города и края.